поскольку прихожу любоваться. Я видишь, не это. Не снимать. Коба, сразу. Там просто там два. Он выше, кстати, был. Голям! Диман, бросайся! Хорош. Ничего. Побить будет. Ну, Паша, слушай. Посмотрите, посмотрим, поговорим, а может быть мы просто дадим вам какие-то видосы, которые нам уже готовы, и вы тебе из них нарежете. Давай, сюжай! Да уйди ты с поля, ты что там разговариваешь по телефону-то? Всё, запни! Уйди с поля. А за пьяными? На другой планете люди живут. Ну, кстати, нет, это он же не жесткий такой, ну, типа он... Да. Смотри, красиво живут вообще. Вид просто, вид, по сторонам, ложу. Вот, это... вот беги. Беги, Мира. Забивай. Он вратаря в лицо, что попал? Он попал в вратаря, да? Хорошая. Неплохо! О, как же так-то? Хорошо, Филан. Четвертый лучше. Мира, дай попробуй ему! Иди! Хорошо, Лифон! Хорош, Лифон! Ну, как он? Гол. Да! Я уже сказал. Только ему надо было пробить. Все, больше сейчас. А что, пацаны поборолись тут? Вопрос еще какие-то. Вот, смотрите, вон он. Говорил Санчо, кто кипер номер один. А? Он говорит. Кричай, тонуш, не прыгай! Да это ты, блядь, пенальти не даешь, здесь такая же рука! Уйди! Все, они теперь туда пошли, не видят наивен мяча. Да не бросайтесь! Мастер. Поуже, Паша. И дай. Хорош.
Давай, Мира. А. Если бы он тут скакнул, остановился. Вот он. Ну что, куда? Мне ты что? Хорошо, Бряня! Замену пока сделаю! Он в Москве без собак. Жёстко? В Москве без собак учился. Он бросил. Перевёл, да, туда. Как? Бросил. Замуж. Куда? В ОГУ. Дань, а ты с этого года поступил в ОГУ? Давид. Хорош, Вань! Ладно. Кто там такой крутой? Никита лучший. А? Повнимательница! Никита, кстати, ничего не делает. Все, сядь, Кирилл, попробуй ворота. Что за забегал? Что? Ну, кто там? Кто Ваня его поставил? Он не оставил. И Ваня смотрит. Попади, просто попади. Хорош, Дима. Ой, хорош! Хорошо, Лёха. Вот он. Двое. До конца не бросай. Я играю. Я мне принадлежу. Сколько там прошло? Урфан, в момент спалил, и куда? Лифан из Бринзи сотрел. Все, хватит. Лёша уже! Настя, во сколько домой? Хорошо. Знаешь, что ты сделал? Герман. Она стояла, она Герман, упала. Ты депутат, тебе нельзя такие вещи делать. Я все видел. Герман, дайте интервью. Ты уже опоздал. Что вы хотите сказать по поводу мусора на стадионе Йон? Простите, орган. Привозите своего тогда, парни! А много надо? Ну, миллиончик точно. И что это даст нам? Нам возможности. Типа, да, может, дай бог, изберемся, типа так? Такая лотерея, это нет? Нет. Нет. Опять подсыпались. Лучший Ваня! Хорош! На подбор!
Бля, ничего даже шамай. Причем в тот угол, да, где он стоял. Вань! Ну как ты там стоишь, ты ворот? Один, Жень! Дай. Ору. Солдат на дальнюю! Дальнюю дай! Играй! Играй! Да. И! Левая, левая у него. Ору. Давай, Дима! Один, Липон! Есть у тебя, есть! Горишь! Вот, Димка. Дай! Дай ему, дай! Дай дальнюю! Ладно, нормально! Ребят, посмотрите еще кто-нибудь, Андрюк, сходите, посмотрите, Тоныш, сходите, посмотрите мяч. А он упылили вот туда. Не, он там ушел. Давай, Андрюк. Давай. Вынести, вынести, вынести. Скажем так, все ребята, которые даже не вышли, там все сидели, переживали, потому что мы прям ждали. Потому что вот эта победа, это, наверное, самая тяжелая победа в этом сезоне. То есть, ну, прям все, кто играл, все выложились просто на 200%. Я прям очень прям вами прям горжусь, прям рад, прям просто такой вот, я не знаю, еще два дня, наверное, буду на работе ходить, меня будет трясти, короче. Ну, вы огромные молодцы, вы проделали огромную работу, то есть не зря мы вчера с вами делали тренировку, да? То есть не зря мы с вами, скажем так, вышли сегодня, сделали установку. То есть вы полностью выполнили эту установку. Вы огромные молодцы, я вас очень поздравляю, очень вас люблю и прям, я не знаю, спасибо вам.